обычный рабочий день. Доброе утро. Доброе утро. Николай Сергеевич, ограбили обувной магазин. Украли столько сапог, что хватило бы на женский кавалерийский полк. А что, разве теперь женщины служат в кавалерии? Извините, я забыл, что чувство юмора – это не ваша стихия. Извините, я не понял, что вы пошутили. Что у вас на щеке, фурункул? Ерунда, бандитская пуля. Закажите оперативную машину, мы сейчас поедем. Понял. Алло. Здравствуй, Федяев. Добрый день, Андрей Никонорович. Как живешь? Да вот, ловлю жуликов, Андрей Никонорович. Вот я тебе и подброшу в помощь одного человечка. Ты его устрой на работу. Кем, Андрей Никонорович? Не бойся, не на твою должность, а только лишь следователем. Так вакантного места у меня нет. Найдешь. Ну, побудь следователем. Лучшего у меня пока ничего нет.